Всем привет! Записываем разбор Morning Workout от 07.10. Значит, у нас было что? Сайт по продаже фотоаксессуаров. И, соответственно, вот оно задание переделать, вот этот блок. Так, смотрим. Галя. Так. Да, мне все нравится в целом. Отличную фотографию подобрала. Ну и прям вот. Да круто. И иконки нормальные в одном стиле. Разделители. Заголовки выделены. Вот. Единственное то, что только можно отступу немного побольше было сделать. Вот здесь. Но это не критично в данном случае. Так. И все остальное окей, портфолио. Так. Собственно, лайки и показы, добавлять в портфолио или нет. Дальше, Марина. Самое главное, научиться быстро переключаться по задачам, иначе и тайм-менеджмент не спасет. Переключаться между задачами поможет практика тишины здесь. Так. Дальше смотрим, значит, сюда. Почему фотомагазины и студии выбирают нас? Вот когда у вас не хватает времени на то, чтобы сделать иконки, можно сделать просто цифры. Ну, то есть причины, да? 1, там, 2, 3 и так далее. Но в данном случае они должны быть выровнены вот так вот, а все остальное сдвинуто вот так. Вот. Ну и будут у тебя цифры 1, 2, 3 и так далее. Интересная тема по поводу разделителей вот здесь, но отступы должны быть одинаковые. Вот. Нормальный мне нравится фон. Нравится мне изображение. Типа вот этого вот чехольчика для фото, всяких штуковин. Вот как выровнять вот это, да? Ты вроде выровняла по центру. Чего-то хочется. Может, по левому краю. Не знаю я. Может быть, и нормальное выравнивание. Ну, короче, что-то у меня вопрос возник, да. Ну, так-то в целом норм, можно добавить. Так, Кирилл, свежо. Ну, здорово, да. Значит, нравится вот эта вот сама по себе концепция, нравится вот этот вот реалистичный стиль, вот эти вот все тенюшки, да, прям... норм. Знаешь, что только можно было сделать? Это заголовки поставить вот сюда. Вот. Ну, потому что тут кажется, как бы, вроде абзац без заголовка. Так. Вот здесь... подвинуть, может быть, немного иконку. А, ну, ты, наверное, делал отступы вот здесь вот. Такие. Ну, ладно, окей, ничего страшного. В общем, нету особо. Круто. Свежо. В портфолио давай. Так, Ваня Ильдаев. Так. Ну, здесь все правильно, как бы, особо без криминала. Значит, заголовок под заголовок. Знаешь, что тебе нужно научиться? Научиться делать контраст между заголовками под заголовком и абзацем в данном случае, да? То есть вот здесь ты сделал жирным, вот этот тебе нужно сделать этот тоньше, чтобы у тебя явно было видно, что где под заголовок, где заголовок, где, соответственно, абзац. Иконки все в одном стиле, норм, вот. Единственный момент. То есть вот этот можно момент сделать и добавлять в портфолио. Норм. Так, Женя. Вот это смотрится современненько. Потому что паттерн использован. Трендовый. Поле. Лоу-поле. Паттерн. Классный шрифт. Четкий. Жирный и тонкий контраст между ними. Нормальный. Значит, нравятся вот эти вот элементы 0.1, 0.2, 0.3. Иконки в одном стиле. Контраст здесь есть, отступы есть. Да, круто, круто, что? Вообще комментов у меня нету в портфолио. Так, Катя.
Вот, нравятся вот такие вот детальки. Да, то есть тонкий вроде контур, но он градиентный. Это прям круто. Значит, так надо, да, наверное, смотреть. Вот здесь вот можно было сделать тоже тонкий градиентный контур, да, и без вот этих вот градиентов. Но это не суть, да. Значит, мне нравится заголовок, мне нравятся вот эти вот линии, мне нравятся и заголовки здесь, дальше иконки. И вот надо посмотреть насчет контура иконок, потому что, ну, вот здесь вот выбивается вот этот вот кусок контура, он толще, чем у всех остальных иконок. Вот, то есть иконки немножко подлопатить, немного сделать получше. Вот. И будет норм. Ну, короче, можно добавлять портфолио в целом. Там после пары правочек. Так, дальше, Наташа. Да, здесь четко все то же сочетание желто-черный. Желтый отлично читается на черном и наоборот. Если мы говорим про текст, иконки офигительно смотрятся. Желто-черный. Заголовки отделены, еще черта вот эта вот помогает, да, разделитель. Что можно было сделать? Это перенести кое-где слова на новую строку. То есть поддержку, пробел вашему бизнесу, enter вашему бизнесу с новой строки. Существенная выгода. Дальше для розничных продавцов с новой строки. Ну вот. Все остальное нормально. Радует меня, в общем, ваш прогресс, это хорошо. Значит, это в портфолио. Что-то я, либо я, у меня слишком критерий приемки работ, они понизились. Но я бы не сказал, наверное. Так, почему фотомагазины и студии выбирают нас? Ага. Иконки норм, такие даже в одном стиле, угловатые. Можно было сделать вот эту вот иконку по правилам, да? Типа отступы до экранчика одинаковые сделать, это уже если прикапываться, да. Заголовки отделены, текст читается хорошо, можно сделать, правда, контраст здесь еще больше, вот взяв вот это начертание еще тоньше. Иконки в одном стиле, фон, ну, норм. Только причем тут фотоаксессуары в фоне, это забег пловцов. Поэтому я фон переделал. Ну вот. И можно добавлять в портфолио. Так, Андрей. Такой нестандарт. Короче, фон крутой, шрифт нормальный. Заголовков нет, иконки в разном стиле, поэтому делай дальше воркаут. Так, Наташа. Наташа нормально, ровняк в целом. Знаешь, что нужно убрать и что нужно еще сделать? Короче, ну давай так тогда, да, правки. Что надо сделать. Вот этот вот заголовок можно сделать чуть больше, но это не критично. Ну, как бы плюс-минус, да. Дальше. Вот здесь обязательно нужны отступы больше. Ну, чтобы это сделать, можно, например, либо уменьшить шрифт под заголовка, размер, да, либо сократить вот здесь вот без потери смысла. Так. Отступы. Вот смотри, вот здесь больше отступ, чем здесь, да? То есть можно было бы скорректировать, сделать, ну, как бы одинаковые отступы. То есть тогда у тебя здесь был бы такой же, как и здесь отступ, да? Ну, соответственно, так же, как вот здесь. То есть здесь не было бы слишком маленького отступа, да? То есть, значит, 2, 3, и убрать вот эти вот линии по нижнему краю. Ну, потому что они непонятные, зачем они. Вот, и все. Иконки все в одном стиле. Здорово. Правда, я на суть иконок не смотрю, да, в предыдущих работах.
Ну, даже по сути, вроде норм. Здесь только вместо телеги можно было сделать завод. Как там он рисуется, завод обычно. Фабрика, типа. Так, 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 так. Чик. Но для учебной работы это, может быть, и не суть, да? Круто, в общем, молодец. С графикой у тебя лучше, чем было. Поэтому вот сделай маленькие дополнения, да, вот это можно, вот это обязательно сделать, вот это можно как бы не делать, если понимания пока что нет. И можно в портфолио добавлять, молодец. Так, Диана. Почему выбирают нас? Что мне нравится? Мне нравится фотография, мне нравится нестандартный вот этот вот подход. То есть какая-то линия абстрактная, да, там, ну, вот. Вот такие иконки. Нету подзаголовков. И вот это не нужно. То есть зачем? По части вот этого вот заголовка блока нужно его сделать чуть ниже. Ну, то есть здесь вот, наверное, как-то так. Ну, вот, то есть получается раз и два. И можно в портфолио добавлять по графике, по внешнему виду, все в порядке. Так, по иконкам, ну, короче, тут по сути немного не совпадает, поэтому я понимаю, что на это нужно больше времени, чтобы отрисовать иконку. Поэтому можно подобрать для учебной работы, вроде как неплохо, как бы, если по графике смотреть. Так, и Оля. Ну, здорово, свежо, да? То есть какая-то иллюстрация в центре. В том же стиле у нас иконки. Отличный контраст заголовков. С выравниванием вопросов нет. Да, прямиком в портфолио. Ну, что я вам могу сказать? Вы молодцы. Значит, не забывайте писать в работах, сколько помидоров вы затратили на Morning Workout, как это делают, соответственно, Ваня Юдаев, Катя Пушкина, ну и Наташа, Оля, все остальные, кто делает. Соответственно, не забывайте про это, да? И отпишитесь в комментариях к, вот, к этому посту, в котором будет видео, как у вас дела с тайм-менеджментом. Все, спасибо за внимание. До новых встреч.